молодые люди, а может и даже не молодые. На повестке дня вопрос, что делать, если у вас болит спина. Я вам расскажу очень правильное, уникальное решение. Надо сжать штангу. У меня у самого компрессионный перелом. Это когда позвонки уходят в позвонки, короче, куча проблем. Если я не жму штангу, значит, у меня конкретно отказывают ноги. Система самоорганизовывающаяся. И когда ты постоянно трешь, организм вынужден там поддерживать уровень не только всей херни, но и хрящевой ткани. Не в нагрузке суставом наступает конец на букву «Т». Я всех людей, у которых больная спина, присаживаю, так сказать, на жим штанги. Просто штангу нужно сжать специфически. Посмотрите, как жмется штанга. То есть вы должны ложиться так, чтобы у вас ноги либо были полностью поднятыми, они опирались на лавку, либо опирались на лавку, но были согнутыми в коленях. Вариант А – это вот. Вы ложитесь, аккуратно легли, подняли ноги, проверили, как у вас четко лежит спина, нашли метки, риски так называемые на штанге, положили руки, четко взяли штангу. Проверили, как у вас лежит спина, все хорошо, комфортно, спина опирается. Поехали. Вниз вдох, наверх выдох. Постоянно фиксируйте штангу наверху, делайте четкую точку, чтобы у вас вот этот колебательный момент не сдвинул вам спинку до конца. Снова. Вдох, выдох. Это первый вариант. Второй вариант вот такой. Снова. Вдох, выдох. Главное, чтобы штангу должно опускать мягко, медленно, с четким касанием, без отбива, без штукинга. И сразу наверх. Все дело в конструкции позвоночника. Сейчас вы видите, что каждый позвонок соединен с другими мелкими мышцами, которые на самом деле и держат позвонки на месте относительно друг друга. Если вы жмете штангу в такой манере, то нагрузка, которая идет на весь организм, и напряжение вот этого глубокого слоя мышц вокруг позвоночника восстанавливает положение позвонков относительно друг друга. К сожалению, остальные упражнения, какие бы я ни пробовал делать, ни подтягивания, ни отжимания на грудях, ни жимы, ни даже тяговый тренажер, все равно не дают такого эффекта. Поэтому посмотрите на меня. Я жму штангу для того, чтобы ходить. Жим штанги лежа – это самый лучший способ укрепить позвоночник. Это был я, Игорь Шишко. Подписывайтесь на мой канал, сайт, там, социальные сети. В общем, вы знаете, где меня найти.